Ninja! Вон кому все равно. Холод, жара, каштана. Отдали на Ахтырку и тут на каштанном месте отдыхает. Борис и Асюта. Ага. И сейчас буквально часик полтора приезжает Андрюха, забойщик. Будем убирать на мясо. Планировали дюрка, я сейчас покажу какого в новом сарае. Но я чуть-чуть хочу все поменять и переиначить. Вот, к примеру, я решил убирать вот этого кабасика. Вот. Вот этого. Качай. Качай. Вот от этого. Это кабанчик из того выводка, что у Сани Новикова Браун Берн. Но у меня кастрированный, это просто не на мясо. Вот я сейчас управился всем свиноматками, ему насыпал. Он у меня сидит на норме, как и все свиноматки. Это ему получается месяцев 6. Вот этому кабанчику месяцев 6. Но будем убирать не вот этого, а уберем с того сарая. Мы сейчас туда пойдем. Уберем 5-месячного. Ради эксперимента взвесим, сколько же веса в 5-месячном. Вот именно 5 месяцев взвесить, узнать. Самому интересно. Ну и проведем такой маленький эксперимент. И узнаем. Друзья, насчет Машки я передумал ее убирать на мясо. Думаю, хорошая свиноматка, дам ей еще один шанс. Все-таки она одна из первых, пускай будет. Короче, жду, чтобы загуляла, загуляет, и мы ее будем покрывать. По эфкам, именно что касается эфок, уже пару штук покрыли. Вчера еще одну покрыли, сегодня будем повторно покрывать. И еще пару штук вычисляю. Вот, свинку вчера покрывали. Чи-чи-чи. О, видите? Стоит, ушками шевелит. У меня такие моменты не проходят. Эфка не загуляла и так дальше. Я не пользуюсь ни препаратами никакими, ни гормоны не колю. У меня все природным путем. Голодание, стрессогонка, новое место и так дальше. И все загуливают. Рано или поздно. Пошли, покажу того поросенка, которого решил убрать. Сейчас сюда чайник поставлю, Андрюха придет. Кофе будем в кабинете гонять. На улице, ну, более-менее нормально. Ветерок, правда, что. А так температура, наверное, плюс 10. Я их вчера мерял, намечал, кого мерял. Ну, не знаю, мерял, и в итоге, короче, на самом деле фиг поймешь, сколько веса. Ну, так для себя. Пыче. Это этим
у нас 5 месяцев. Будем убирать вот этого зеленого. Ну, что я зеленым нарисовал. Они-то, в принципе, вот этот, наверное, такой самый, если даже не больше. А есть на ногах маленький, ну, низкий, но круглый. Ну, того туда уже чуть позже. Короче, решил вот этого. Оно их примерно 4 штуки одинаково. Вон за ним стоит этот, вот. Еще где-то, или тот. Ну, короче, такие хороших 4 или 5. А те чуть-чуть поменьше, 3 штуки. Ну, попробуем убрать. И чисто ради интереса узнать вес в 5 месяцев. Потому что много кто из вас пишет и 60 килограмм у них, и 80 максимум. И что ты нам чухаешь, что ты нам рассказываешь. И так дальше. Поэтому того дюрка чуть позже уберем. Уберем 5-месячного, чтобы узнать. Сейчас Андрюха приедет и взвесим. Сюда на стол, Андрюх. Вот, Андрей, задача туда до прикорня.